Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня обзор очередного супер питомца прокачанного на максималку, лучше, наверное, всех питомцев, супер патов, которые у меня есть. Это у нас сова, совушка, самый один из первых, волчонок и сова, это были самые первые супер паты, и мутировавшая сова, я на нее слил тогда порядка 300к, если я не ошибаюсь, и мы наролили ей фуловое уклонение, то есть такая вот сборка, атака плюс фул уклон, больше никаких стат не добавляет. Ну, по сути, если разобраться, на сегодня, если вы донат и там мелкий, либо без донат, вы постепенно будете прокачивать титул. В титуле у вас будет крит сопротивление, точность там и прочее. Уклонение тоже добавляется, но его очень мало. Крит резист, крит урон. И нету смысла их добавлять. Этого вам будет вполне хватать от титула, от прокачки самого героя. То есть на сегодня актуально на суперпатах, многие спрашивают, что же им качать. Либо уклонение. С уклонением вы в большинстве случаев будете тащить, потому что по вас будут миссать. Ну, все зависит, конечно, от точности противника, но все делают уклон, потому что это на фарм локациях. И на любых локациях PvP это лучше всего. Ну, пока что так, пока они ничего другого не придумывали. В точности, я вам скажу так, можно там один стак на точность поставить, на уклон. Жизнь нету смысла ролить. В общем, поехали, разберем этого супер питомца. Питомец работает в атакующем режиме. То есть, когда герой атакует, он восстанавливает 230% от атаки питомца дружественному герою с меньшей жизнью и союзным героем ХП. Ну, жизнь на протяжении 5 секунд, кулдаун 7 секунд, и также получает на 30% меньше урона. То есть это своего рода еще и бафер, который уменьшает входящий урон. Также он каждую секунду восстанавливает 1% от максимальной жизни. Блин, я хотел обряд лечения словить и заодно протестировать нашу фрейку с обрядом, но там будет тоже отхил, кстати, как вариант. Давайте изначально так. У меня она собрана здесь уже по нормальной сборке. Стойкость. То есть у нас питомец, супер питомец. Где он там? Вот. Восстанавливает ХП 1% от максимальной жизни. Чем больше жизни у вашего героя, тем больше восстановления. Плюс дает уклонение. В итоге у нас с бонусацией вот этой вот от титула. Вот видите, бонусы. Вот вторая строчка. Это бонусы. Получается довольно-таки неплохой герой. Что там у нас по статам? Вот 1,5 миллиона жизней. Ничего тогда. Плюс 68 тысяч атаки. Блять, скажите, 68 тысяч атаки. 19 тысяч уклонения. То есть около 20, около 20к уклона. Ну, можно сделать намного больше. В точности, как видите, 700. Поехали, посмотрим, сколько же нам питомец будет отхиливать при 1,5 миллиона. То есть 1% это по сути 150к должно быть. У нас других отхилов на героя нет. Тут по нас миссают. Вот это один из, скажем так, моих любимых супер питомцев, потому что он имеет дохрена уклонения, плюс он дает еще нормальный отхил, плюс деф. Ну, по нас тут, как видите, просто тупо не попадают. Жесть какая-то творится. Вот попробуйте такую фраю убить. Дофига уклона. Еще если поставить обряд лечения, она себе будет хилить там на нормальном обряде. Я ее переделал, она была с 7-й чаркой. Сейчас ее переделал полностью. То есть там будет бешеный отхил, дофига ХП, плюс увеличится еще дополнительно с обряда лечения.
жизнь. И мне вот интересно, как ее убить. Ну, Мэри как вариант, если Мэри опять же будет попадать, потому что все-таки надо нормальной точности. А если вы заруните Мэри в точность, то она будет сливаться очень быстро без уклонения. По сути, очень мало героев, которые, понятно, там вариация это молчанка, стан, забор энергии. Но если мы поставим маскировку, она будет уходить, по идее, с такой жизнью. Винвиз очень хорошо. Ну, можно заблочить еще, ладно. А если поставить, вот у нас сейчас стоит истинная вера. Она просто, ну, я не знаю, не пробивается. Поехали кого-то другого противника. Пойдем поинтереснее, посерьезней. С водушками, что ли. Вот давайте попробуем. Вот Мэри есть и Зефир. Постараюсь где-то здесь выбросить. Еще 2 секунды, ребят, с 3 мы получаем отхил, превращение входящего урона в отхил. Ну, что я могу сказать? Голубей у нас убивают. 81к. Потом за 2 секунды вы получаете полностью отхил обратку. Так, сколько у нас супер подхилит? Мы делаем не обзор героя, мы делаем обзор супер питомца, ну и сразу с этим. 47-48 это с недомоганием. Да, надо, наверное, снимать. Ребят, 30-й Зефир, 30-я Мэри. Супер, как по мне, супер. Давайте снимем. Давайте сделаем еще веселей. Уберем отсюда. Плюс 170% жизни. Здесь, кстати, мы можем... Ну, по сути, эта чара, она, честно говоря, ни о чем. Для данного героя. Ну, мне вообще эти чары смотров не нравятся. Блин, надо коробки тратить. Это такое геморное дело. Вот больше всего это задрачивает. Но надо это делать, потому что я не смогу потом открывать сундуки. Продать их тоже жалко. Все-таки они копятся, и некоторые чары надо на героях иногда менять. Вот в основном четверки падают. Ну давайте уже что-то интересное. Хотя бы обряд лечения. Хоть четвертый дали бы, это было бы у нас пятерка, как-никак. Мы сейчас даже без обряда пойдем, посмотрим на отхил самого питомца. Жизни у нас должно быть дофига просто. Я не знаю, сколько жизни. Я сейчас возьму еще седну дополнительно, чтобы посмотреть на жизнь, на статы. Я вам показывал Фрею в максимальной хп сборке. У меня была такая Фрея. Там просто космическая. Ее реально сложно, в принципе, было убить. Но есть моменты, она тоже сливается. Отлично, обряд лечения мы с вами нашли. Поехали посмотрим на все-таки отхил. Какой же суперпад даст нам отхил? Можно еще как вариант поставить обряд лечения. И плю, либо ССку. Да, будет увеличенный отхил. Ну, что я могу вам сказать? По-моему, тут даже без истинной веры.
надо искать там, где герои кучно, потому что, ну, это бред. О, есть лиса, есть зефир, вот заряженный фуловый аккаунт. Может, здесь начнут ее сносить. Ну, вот здесь максимум заморозок и всего. Вот здесь начинают ее сносить. Половина жизни. То есть заморозки, как видите, но у нас нету маскировки. И у нас режет, кстати, лиса режет от хил. А, вот, вот вам, скажем так, теперь минус. На PvP-локациях надо все-таки думать про таких героев, как ворожай. Хотя тоже, посмотрите. Просто ворожай с топовым уклонением ушел нафиг. Отлично. Вот для чего, ребята, нужен будет лис. Для чего его ввели. Чтобы было все быстрее. Но лис сливается тоже очень быстро. Давайте попробуем теперь не на лиса напасть, на кого-то другого. Я хочу увидеть, какой отхил дает питомец. Потому что с лисой вариантов, как видите, нет. То есть Фрея разлетается. Сколько? 70к? Да ладно. Маловато что-то. Ну, по чуть-чуть, конечно, восстанавливает вам, думаю, там видно. То есть идет в плюс. Но все-таки истинная вера. Эмблема — это что-то нечто. Да, смотрите-ка. Смотрите, как жестко проседает. У нас тут есть Мэри с отражалкой. И уже показывали, что Фрея на такой Мэри просто сливается нафиг. Если она ее начинает бить. Все равно долго ее дамажит. Да, мало восстанавливает. Я что-то думал, что намного больше отхил будет. Хорошо. Не вопрос. Интересно теперь найти лисичку. Вот в такой вот сборке. У нас получается еще плюс 50%. И плюс дополнительный отхил. Видите, питомец не работает. Его основной отхил не работает, когда герой не атакует. Так, мне надо расстановка с лисой. Это все хорошо, но мне надо лиса. Кстати, она тоже должна, по идее. Кто это у нас здесь? Отлично. Так, как нам теперь ее задеть? О, отлично. Сейчас мы должны зарядить лисичку. Сестричку. Ой, куча лисов. И нету ни одного. Так. Не то. Не то. Пойдем, наверное, чувствую, топов искать. Вот, отлично, с водушкой. Хорош, тот же самый, да? Нападаем, смотрим. Здесь у нас уже обряд лечения. И плюс истинная вера, плюс стойкость, плюс супер питомец. Проседает. Видите, заморозка все-таки дает свое. Ну, дальше пошел отхил. Смотрим, что будет дальше.
То есть таким вариантом можно сделать неубиваемую, в принципе, относительно Фрейя, без маскировки, которая будет получать дополнительный отхил. Но здесь топовые герои против нас, я вам скажу. 14-й. Огник, правда, не бьет. Но этого вполне хватает. То есть я только что вам показал, как нас быстро сливали. Сейчас с истинной верой совсем все по-другому. Плюс супер питомец. Единственное, снимал бы он еще негативные эффекты. Это было бы вообще круто. Но Фрейя вот такой вот сборки с супер пэтом. Это называется, пошли делать обзор супер питомца. В итоге начали делать обзор супер Фрейя. Я думаю, без проблем. Вот посмотрите, отхил пошел на фул. То есть для Фрейи тоже подходит. Правда, она не атакует много, но для дефа вполне очень даже ничего. Ну а супер питомец, как вы видите, тоже спасает. Мисс проходит, и это радует. Потому что если бы он не проходил, то у нас бы еще и не работал обряд лечения. Плюс обряд лечения, и вы хрен такого героя. Ну понятно, если будут 6 героев бить, то в принципе должны слить. А если я своих всех выкину? Правда, они у меня все не собраны так, как надо. Без супер питомцев. И без эмблем. Все в разобранном состоянии. Но все равно держатся молодцом. Ну, сама суть. Я вам хотел показать, что этот питомец действительно хорош. То есть он командный питомец максимальной прокачки. Ну и мы, конечно же, затестировали Фрейю, которая, в принципе, как по мне, довольно-таки хороша. И в такой связочке дополнительный отхил, ну, можно кого? Можно кого-то другого, кто будет замораживать, поставить Кулдрейка. Хотя, в принципе, здесь отхил самое, что важное для нее. Это отхил. Вот видите, молчанка прошла. Я думаю, вряд ли. Такую Фрейю слить очень сложно. Еще плюс супер пад дает уклонение от хилы. Просто нереально. Нереально круто получается. Мне интересно, сколько у нее жизни. Давайте проверим. Так. А, тут есть даже супер питомцы на некоторых. Эмблем нету. Ставим седушку. Надо как-то подготовиться сегодня пораньше к завтрашней атаке фортов. Надеюсь, завтра будет весело. Должно быть, по крайней мере. Так, а теперь нам надо найти базу, где ее смогут слить. Ну такая сборка этого героя, он, конечно, не дамажит, но убивать будет сложно. Единственный вариант, можно попробовать. Давайте уже сделаем еще дополнительный тестик. Уберу супер питомца. Смотрите, насколько разница, да? Убрали супер пэт, а сколько супер пэт решает?
все просто изи разобрали. Вот вам польза, ребятушки, от супер пэта. Также она понижает входящий дамаг. По идее, этот дамаг должен понижаться и от Мэри. Не знаю, или нам повезет сейчас обратно же напасть. 30% это тоже немало. Сможем ли мы опять найти ту же самую расту? Вряд ли. Но я вам скажу, вот Фрейя в такой сборке против некоторых раст будет смотреться очень-очень даже ничего. В любом случае, я надеюсь, мы завтра сможем это все дело затестировать на атаке фортов. Очень уж хочется это сделать. Посмотреть на это дело. О, отлично, все вместе. Все вместе. Раз, два, три, четыре, пять. Что у нас тут есть? Оккультиста вижу. Огника вижу. Зефира вижу. Вот что значит, ребят, супер питомец. У него тоже, кстати, 35-е супер пэты. Ну, посмотрите. Это просто чудесно. 6 героев. 6 героев, ребят. Карл, 6 героев, блядь. И они не могут слить одну Фрейю. Я тут ни при чем. В общем, так вот, ребят. Очередная имбосборка. Супер питомец, который, в принципе, подходит этому герою за счет того, что дополнительно хилит. Это важно, дает уклонение, дает статы хорошие. Что еще надо? Добавили обряд лечения, даже у нас пятый стоит, плюс 50% жизни, который тоже, когда попадает, отхиливает до хрена дамага. То есть единственный вариант этого героя убить, тут леса есть полностью все, единственный вариант — это Мэри. И то, если она будет у вас с хорошей точностью. Вот полторы минуты, герою все пофиг. Восстановилась на фул. 6 героев, блин. 6 героев максимальных прокачек. Они нифига сделать не могут. Нормально. А чё нет? За счет еще таланта просто отхиливаемся на фул. Ну, мне это нравится. IGG, вы красавчики. Завтра посмотрим, как у нас будет проходить атака фортов. Кто первый занял фортик, поставил туда такую там... Фрейю поставил, там Огника, Зефира, там имбосборки, Бардика. И все просто гуд. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.